За мной, сюда. Завод Марии. Тут делают ром. Ну, пошумим. Звание тебя не спасет. Черт, там камера. Хитрец. Адьос, паршивый ром. Ха-ха, бабах! Найти живо! Терапия.
Гильберто, я никак не могу найти эти билборды. Я тоже хочу наконец про них забыть, Лапуля. Отправляйся в Сьерра-Пердида. Они стоят у главных дорог на южном и западном побережье. Ясно. Туда и двину. Давай, давай. Заодно пристрели для меня парочку фашистов. Бесос, мэ-мэ. Так вам, твари. За тебя, Талия! Далее. Мария больше не будет торговать ромом. Асимисмо. Пусть наложит кучу прямо в свои труселя с бриллиантами. Ну и картинка. Давай мыслить масштабно. Лос Мойковом-Ергас решили поставить на площади Эль Пресиденте очередную статую Антона. Ну, хоть что-то у него стоять будет. Не бойся, Талия, это ненадолго. Hola. Привет. От тебя сейчас одни проблемы. Сгинь! Снайпер. Инженер.
Талия, я у статуи. Пули тут не помогут. Мне нужно каким-то образом ее взорвать. Придется пошевелить мозгами, повстанец. Си. Сделано. Чудно. Пусть эта сука потеряет миллионы. До созвона. Си, тебе понравится, что еще я задумала. Посмотрим. Паула свалил, Бичо не перестает ныть, Талия творит всякую дичь. Пора взглянуть правде в глаза, Дани. Максимус Матансас уже не помочь. Я вернусь в лагерь, поговорю с Талией. Рано на них забивать. Как хочешь, Дани. Thank you.
Постарайся не словить пулю. Не лезь ко мне! Карлос, автозак у меня. Круто. Буду ждать тебя на заправке. Скоро буду. У нас тут мастер маскировки. Заткнись и садись уже. Окей. Впервые вернусь туда со времен побега. Когда-то это была школа. Мои дети в нее ходили. Долго тебя там держали? 8 месяцев, может больше. Когда ты по 18 часов в день вдыхаешь яд и огребаешь от охраны, память как-то сдает. Да, херово. Си, но со мной был Мигель. Мы помогали друг другу. Да. Ты говорил, что он тебе как сын. Короче, у него никого не знаю. Я воспитал его как своего, учил боксу. До того, как нас схватили, он чуть не стал мистером Яра. Как ты сбежал? Камила пробралась туда как-то ночью, зарезала 3 охранников, словила 2 пули в плечо, взяла заложника и вытащила нас с Вилли. О, да. Похоже на Испаду. А то, моя ж дочка. Но она не смогла найти Мигеля, а потом на нас насели. Пришлось бросить его, да и других ребят. Надеюсь, хоть что-то от него осталось. Почти на месте, так что тихо. Монтера, что ты здесь делаешь? Где Мигель? Не знаю. Охранники отвели его куда-то в тюрьму. Ярда. Ладно, пойдем. Я найду Мигеля. Попадешься, будешь с целой армией воевать.
Все нормуль, папа. Как-нибудь справлюсь. Больная ты, мразь. Ладно, найдешь его, встретимся у заправки. Суэрте. Деппинго. Да я даже не знаю, как он выглядит. Вижу медика. Мы должны защитить плантации табака. Мы должны защитить драгоценный запас PG-240. Монтера ничем не лучше, Либертад. Если они добьются успеха, Яру ждет создание и гибель. Будьте бдительны. Эти плантации — наше будущее. Вижу, не вижу. Опустите все. Там. Все мы слышали об изгоях. Но само это название — ложь. Несправедливо называть так иранцев, призванных своим трудом возродить рай. Жертвующих всем ради мира. С теми, кто призван, обращаются как с героями. Они получают лучшее питание и медикаменты. Эти лагеря — тяжелое, но справедливое испытание. И те, кто пройдет его, станут гордиться тем, что сделали. Они обязаны вернуть нам долг, а мы обязаны быть им благодарными. Помоги!
Гильберто, я никак не могу найти эти билборды. Я тоже хочу наконец про них забыть, Лапуля. Отправляйся в Сьерра-Пердида. Они стоят у главных дорог на южном и западном побережье. Ясно. Туда и двину. Давай, давай. Заодно пристрели для меня парочку фашистов. Бесос, мэ-мэ. Нужен ключ. Он в комнате охраны. Сигналку вырубить бы. Transmitiendo desde Esperanza. Esta es Radio Verdad. А вот и ключ. Теперь за Мигелем. Надо валить отсюда к херам. Веди. Карлос, я нашел Мигеля. Отлично, турист. А теперь выбирайтесь оттуда. Встретимся на заправке. Ясно. Где Карлос? Впереди. Где впереди? На заправке. Понимаю, это тяжко, но придется довериться мне. Теперь все нормально. Яра — это семья. Мы с этой семьей, мы любим друг друга. Но эта любовь не безусловна. В семье все должны быть честными друг с другом. Правдивыми. Должны быть. Если кто-то в семье сойдется с пути, то он остальных не справит. Друг, каброн!
легенда. Карлос сказал, что взял тебя к себе, научил боксировать, вся фигня. Пару дней. Карлос, не доверяй чужакам. Карлос ждет нас один или с кем-то? А Сара, не многовато вопросов? Он один. Мы почти на месте. Нами. Чудесно. А вот и наш мистер Яра. Давай, залезай. О, да, брат. Я знал, что ты приедешь. Гоньо! А сэре, ну и видок у тебя. А я думал, вы тут сухпайки жрете. Козлина. Все, не пьешь? Молодец. А я пью. Мигель. Ты прости, что я не вытащил тебя раньше. Я пытался. Я не забыл про тебя. Заткнись уже, Карлос. Мы все пытаемся выжить, Мерва. Хватит болтовни. Дайте мне грёбаную гитару. Молодец, турист. Когда увидел тебя впервые, думал, что распотрошу, но... Теперь ты Монтеро, Дани. Грасиас. Могу я теперь звать тебя папой? Заткнись и пей. Понял.